Для всех любителей баскетбола воскресный матч обещал интересное противостояние. Ведь в гости к видновской «Спарте» НТК приехали одни из лидеров премьер-лиги чемпионата России – «Динамо» из Курска. В составе соперниц играют звезды американского и европейского баскетбола. А значит, можно было не только поболеть за наших, но и насладиться игрой именитых спортсменок. В первой четверти игра шла как на качелях. Спартанки сдерживали натиск опытной сине-белой команды. Вперед наших девушек подгоняли фанаты. Однако после первой половины видновский клуб уже значительно уступал в счете. Но на то были объективные причины. Я бы сказала, что на самом деле начало было очень удачное для нашей команды. И потом все-таки мастерство берет верх. Поэтому мы сейчас видим на табло такую разницу. Но я считаю, что играть против таких больших игроков, против грандов, это великолепный опыт. В «Спарте» выступает молодежь. А значит, подобные игры в первую очередь закаляют девушек и помогают извлекать ошибки ради будущих побед. Матч посетила прославленная российская баскетболистка Ирина Осипова, в прошлом выступавшая за «Спарту», а в последние годы как раз защищавшая цвета курского «Динамо». Также поболеть за своих одноклубниц пришли баскетболистки из второй команды «Спарты». Мы после своей игры приехали поболеть за девчонок, верим в победу. Вторая половина игры прошла с большим преимуществом соперниц. Несмотря на это, болельщики продолжали верить в наших, ведь они понимают, что фундамент сильной команды закладывается именно сейчас. Они очень технически ошибаются. То пробегут, то там теряют 10 раз. Под кольцом плохо борются. А так, ну, нормально для них. Немножко слабовато, конечно, но мы в наших девчонок верим. Они самые лучшие, наши девчонки, «Спарта» НК. Ну, я думаю, что будет все хорошо. Матч завершился победой «Динамо», а наша команда уже сейчас готовится к следующей игре, которая состоится 29 января во Дворце спорта «Видное». Приглашаем всех желающих, всех любителей баскетбола. Будет дерби. У нас состоится игра против Ногинска. Приходите поддержать наших девушек. Тем более, что обе команды на данный момент являются соседями по турнирной таблице. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Елена Кошелева. Видное ТВ.